Всех приветствую на канале Хозяйкам на заметку. Сегодня хочу поделиться с вами великолепным овощным салатом с необыкновенной заправкой. Сейчас никого не удивить овощным салатом, но если к нему добавить пикантную заправку, это будет симфония вкуса. Давайте же скорее приступать. Итак, приступим к приготовлению. Для начала нам нужно обмыть все овощи, берите любые, какие вам нравятся, какие у вас есть. Обмыли, обсушили и нарезаем. Помидоры нарезаем такими ломтиками, видите? Отправляем в глубокую емкость для салата. Также нарезаем огурчик. На две части разделяем и вот такими ломтиками. Также я захотела добавить редис. Кому не нравится, с редиской можно не добавлять. Также нарезаем тоненькими ломтиками. Далее мы нарежем болгарский перец соломкой. Я взяла желтенький, потому что очень будет красивый тогда салатик. Зеленый огурчик, красный помидорчик. Очищаем лучок. По-хорошему взять синий лук. Он, конечно, вкуснее и для салата отлично подходит. Но если нет, можно и с обычным репчатым луком. И лучок тоже нарезаем соломкой. Затем измельчим зелень. Зелень берите по вкусу. Если много будет зелени, то салат получится суховат. Поэтому должно быть в меру. Можно использовать салат айсберг. Я сегодня взяла пекинская капуста, листья. И тоже получается очень вкусно. Можно нарвать, можно порезать. Ну а теперь приступим к самому главному. Это к заправке, вкуснейшей заправке нашего салата. Боковой стороной ножа надавливаем на чесночок и мелко нарезаем. Через чесночницу пропускать не нужно, так как нам не нужен сок чеснока. Всячески мы его должны избежать. Затем нам нужно измельчить грецкие орехи в мелкую крошку. То есть не порубить, а именно измельчить мелкую крошку, иначе эффект будет не тот. 2 секунды и орехи измельчены. Добавляем чесночку. Затем отдельно смешиваем 3 столовые ложки оливкового масла и 1 столовую ложку уксуса из белого вина. Можно заменить другим, но с этим уксусом очень вкусно получается. Солим. Солим по вкусу. Где-то я буду брать 1/3 чайной ложки. И перчим тоже по вкусу. Все тщательно перемешиваем хорошенечко. И теперь соединяем. Перемешиваем. Рекомендую заправлять салат перед подачей на стол. Аккуратно перемешиваем. И вот наш изысканный овощной салат с пикантной заправкой готов. Рецепт ищите под видео, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. Пока!